Новые впечатления для орловского зрителя. Соприкоснуться с репертуаром Смоленского академического театра стало возможным благодаря обменным гастролям. Кстати, труппа этого храма Мельпомены в Орел приезжала несколько десятилетий назад. Сегодня артисты рады, что сотрудничество возобновилось. Сейчас как-то в связи с, вот так поднялось какое-то новое течение, что периферия стала дружить. И директора стали дружить, и театры как-то. Вот этот период вот мне очень понравился. Знакомство с репертуаром Смоленского театра орловский зритель начал с комедии «В двух действиях». Спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» был поставлен по одноименному произведению Александра Островского около 10 лет назад. Несмотря на это, артисты уверены, что над классикой время не властно. В любом городе все равно есть люди, которые... Ведь далеко не каждый ходит в театр. И есть контингент зрителей, которые с удовольствием смотрят классику. Вот они приходят, думаю, отдыхают на классике. Ну, а что придумаешь лучше русской классики? Спектакль о любви с характерами и судьбами. Неожиданные встречи, способные изменить жизнь. Однако, несмотря на выбор героев, расставить все на свои места может лишь случай. Да вся твоя любовь, пустое слово, выдумали, баловство одно. А вот ты покоряйся родительской воле. Вот твоя должность. А любовь там проявляется, где много воли дают. Ой, я жила без любви, и тебе незачем. Помимо Островского, орловчане смогут увидеть спектакли по пьесам Леона Агулянского, Сомерсета Моэма и Александра Коровкина. Гастроли Смоленского театра завершатся 26 ноября. Наталья Чунина, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».